Икону святого великомученика Георгия Победоносца с частицами его мощей выставили в Благовещенском соборе Биробиджанской епархии. Святыню доставили в областной центр из храма пророка Божия Илии села Амурзет в день великомученика и встретили ее крестным ходом. Архиепископ Биробиджанский Кульдурский Ефрем совершил молитву об укреплении воинов, находящихся на поле брани, о победе над злом. Икона будет находиться в течение недели в кафедральном соборе. В следующее воскресенье будет перенесена в Свято-Никольский казачий храм. Потом мы планируем, что икона с частицы мощей святого Георгия посетит и другие храмы нашей епархии. Пока она будет находиться в кафедральном соборе, рядом с иконой лежит молитва о Святой Руси и о победе. Таким образом, Еврейская автономная область присоединилась к Всероссийскому молебну о победе, начало которому 6 мая положил патриарх Кирилл. Тем не менее, у нас уже сегодня, вот в день Георгия Победоносца, вместе со всей Россией начинается общая такая усиленная молитва о победе. Здесь вот идет нам во благо наше место пребывания, наш часовой пояс. Мы, получается, в числе первых в Российской Федерации вот сегодня открываем такую усиленную всероссийскую молитву. Ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца проедет сотню городов в 89 регионах России. В Биробиджан по предварительным планам он прибудет 6-7 июля. Андрей Кирюшин, Денис Денисов, Новости 21.